Две балканские страны проявляют одинаковый интерес к сфере криптовалют. В Хорватии стартовала ассоциация блокчейна и криптовалют UBIC, а со стороны Словении также появились позитивные новости. Словенский премьер-министр Сырар заявил, что его страна стремится стать лидером в развитии блокчейна в Европейском Союзе. В обеих странах местные криптосообщества расширились за счет новых компаний, работающих с технологиями блокчейн, и компаниями, принимающими криптоплатежи. А их законодательство не предусматривает обложение налогом физических лиц, которые занимаются майнингом биткоинов и других криптовалют. Валют.